Ну что, поехали дальше. Снег. Ну, снег я закидывал туда просто, чтобы остальные не простаивали, чтобы, ну, как бы нагрузка была выше начальки. Двадцать. Через сколько построится ферма? Не знаю. Не, можно любые блоки запихивать, просто чем больше... Ну, то есть, можно построить дюк-машину не вот одну такую, да, можно ее хоть, блин, на километров в сторону. Там. Сюда, сюда, можно выше поставить, то есть, можно настакать вот таких штук в одном чанке, там, до самого верха мира. Естественно, это будет дюпать просто огромное количество предметов. Вот, но... И чем больше предметов, тем выше ладди, тем выше нагрузка, тем выше стресс, тем больше дюпа. Вот. Ну, еще раз, меня не интересует дюп железа, меня не интересует дюп вообще чего-то другого, то, чего я могу так добыть. Чит. Нет, это баг. Кстати, стак снега я тоже надюпал. Он мне не нужен. Я не собираюсь дюпать снег. Так, хорошо. Это есть. Так, теперь мне нужна куча табличек. И вспомнить вообще, как все это строится, по-хорошему бы. Потому что я не помню. Если честно. Так. По две таблички, по-моему, на каждый левел. Если я не ошибаюсь, опять же. Так, 5. Блин, вспомнить бы. 5 этажей по 4... На каждом 4 на 8. 30, 32. Да, еще надо. Хотя у меня, может, есть таблички. Да, есть. Так, вот этого вот, по идее, должно хватить. Так, возьмем. Возьмем вот это. Так, уберем. Эй. Я не помню, как все строится, но сейчас посмотрим. Реклама впервые появилась на твоем канале. На мобильном? Хм. На мобильном она действительно редко бывает. Довольно-таки. Так, нам надо сперва подняться вот сюда. Так, здесь будет отверстие находиться. Здесь будет стена. Ну, она будет, собственно, по всему периметру. Я не знаю, снега ли. Так, где-то вот тут. Блин, мне, походу, придется собственное видео идти смотреть опять. Так, где-то вот здесь должен быть... Нет, я пойду собственное видео посмотрю. А то сейчас наделаю тут делов. Да, блин, Google Chrome, пожалуйста, перестань это делать. Блин, идти смотреть собственное видео — это еще более странно, чем я не знаю. Но это очень странно. Так. Старое видео. Очень старое. Так, слизни, ферма. Так, я отключу вам звук пока что, чтобы вы меня не слышали. Точнее, чтобы вы слышали меня, но не слышали другого меня. Ой-ой-ой, как громко.
прямо в ухо. Так. Так, прошлый я, давай, объясняй речи. Угу. Так, оп. Так, вот такую штуку делаем теперь. Так, и выливаем лаву. Да блин, что-то я хреново как-то объяснял. Ага, все, понял. Так, тут таблички. Так, одну секунду. Сорян, что-то у меня собака чудит. Так, и здесь мы делаем... Вот такую. Вот такую вот ситуевину. Так, теперь, когда мы выльем лаву, должно получиться лезвие. Да, вот, все. И такую штуку надо проделать дважды здесь. То есть надо... Она достаточно некомпактная, скажем так. Но зато симметричная. Так, раз, два. И вот так. Интересно, а можно сделать это с одним источником? Если раз, два, три. По идее, можно. А. Не, нельзя. Если здесь поместить. Если тут его поставить, то получится. Чушь Петровна получится. А, ладно, по два так, по два. Я уже все равно сделал. Что, у меня лава, что ли, жалко? Так, ну, блин, хотя бы один этаж сделать сейчас, чтобы оно было более-менее наглядно. Так, ну, наверное, еще и из... Вот здесь вообще надо бы решать, с какого блока буду строить, потому что снега у меня немного. Так, сколько тут блоков получается? Раз, два, три, четыре. Раз. Хотя, я думаю, что все-таки из снега его добыть проще. У меня же задача не задолбать вас. И самое главное, еще и себя не задолбать. А построить ферму слизней. Так. Окей-доки. Двуручное оружие, Mountain Blade вообще классное. Блин, у меня ощущение, что я скоро в Mountain Blade пойду играть. Судя по всему, хорошая игрушка.
Вообще, я спрашивал, наверное, но я уже напрочь забыл. Оно про делай, что хочешь, или как с Skyrim с сюжетом. Я слышал, что вроде как делай, что хочешь. Вроде как. Мне надоело уже спускаться туда-сюда. Обидно, конечно, что просветов не будет, но мы это можем как-нибудь решить. Хотя, с другой стороны, работает и ладно. И кого волнуют эти просветы? Проделай, что хочешь, это правда. А, понятно. Короче, развлеки себя сам. Ну, это даже лучше. Ну, в зависимости от того, насколько делаешь, что хочешь, оно уходит. Чем больше, тем лучше. Так, ставим здесь. Так, ну, нижнюю часть мы будем делать в последнюю очередь. Здесь просто поставить хопперы. Кстати, не работают полностью автоматическая ферма снега с поршнем. Не работает. К сожалению. Это меня очень опечалило. Автоматически крафтить, ну точнее автоматически добывать снег было бы безумно круто. Там реально просто стоишь, и снег сам по себе фармится. Только стоит и перекрафчивай. Но, увы. Увы, это, на этом все кончилось. Так, что у нас тут, кстати говоря? 9. Нормально. А тут? 7. Так, надо временные факелы впендюрить. Да я знаю эту игру. Какая-нибудь сволочь сможет заспавниться. Так, ну что, за снегом. Погнали. Главное в лаву не кувыркнуться. Там есть один торговец, который тебе квест в самом начале дает, но ты можешь от него отказаться вообще или выполнить в три действия. Понятно. Ну, короче, разработчики не запаривались над квестом. Я так понял. Но я уверен, что есть какие-нибудь моды. По-моему, даже я слышал о модах на эту игру, и если люди начали делать моды, то, скорее всего, особенно под средневековье, народ будет упарываться дичайше. Как в Скайриме, по-моему, вот подумай о каком-нибудь моде самым долбанутом, и он есть для Скайрима, стопудово. Ты можешь грабить караван, захватывать чужие города, из которых тебя потом выпрут, если у тебя нет нормальной армии, уничтожать всех направо и налево, даже в одиночку. Делай, что хочешь, ходит до развития из безымянного бомжа в императора, единственного верного правителя всего и вся. Только между этими фазами сотни часов геймплея. Шикарно! По-моему, это шикарно. Если это играется так же шикарно, как и звучит, то я в деле. Не, ну правда, почему нет? Быть единоличным императором, возглавлять Казадою. А там можно называть свою, там можно создавать свою религию. Я бы создал там религию Казадою. Почему нет? Блин, ладно, у меня слишком до хрена железа, я уже не буду выкидывать ведра, наверное. Хотя планировал. Так, давайте скрафтим мне лопат и пойдем добывать снег. Потому что у меня его нет. И пока поговорим о чем-нибудь. Ага, понятно все.
Есть мод на Skyrim, в котором мечи заменяются на интегралы. Я думаю, что есть. Я уверен. А если нет, то ты можешь сделать его сам. И такой мод появится. Можно назвать свое государство, в модах можно выбрать религию, устроить государство и подчиненных тебе вассалов. Обалдеть. Короче, надо будет присмотреться к этой игрушке поближе. Снег же водой можно вспомнить. Можно, но не работает. Снежки не появляются. Здравствуй, Дионик. Со слаймов 1.9 по сравнению с 1.8 меняли или не меняли? На какую версию у тебя Skyblock? На версии последней, 16W15B. Может, конечно, что-то еще вышло, я не смотрел. Нет, по-моему, слаймов не меняли. Если у тебя какие-то проблемы со слаймами, то, возможно, проблемы из-за того, что ты что-то не так делаешь. Че, сейчас мы быстро наберем блоков, это не занимает много времени. Обычно. Так. Так, я не знаю, сколько мне блоков понадобится для этого. Так, вот эти вот. Сорян. Не знаю, сколько блоков понадобится. Но думаю, что стаков 15 было бы неплохо. Лост, я думаю, что правильнее будет не проинтегрирую нахер, а я твою маму интегрировал. Так она лучше будет. Я твою маму в скобки брал. И в корень возводил. О. Возводил в корень. А вообще, это правильно или нет? Я не помню. Это было слишком давно. Я слишком стар для этого дерьма. Проблем нет, просто 1.8 они уже не прыгают только в одном направлении, разве что на игрока или голема. Поэтому вопрос, а в углы их, это они сейчас перезапрыгивают? Ну, должны запрыгивать, по идее. Они все равно, они падают с платформ. Слушай, они с них сигают вниз с удовольствием. Почему бы им не идти в угол?
Он просто упрется в стену, как бы, и будет вдоль стенки двигаться в определенном, ну, в том или ином направлении. Как бы они не, они и раньше не ходили в угол, они раньше просто двигались, ну, просто в сторону шли. Сейчас он сможет спастись только если отойдет от стены. А если он продолжит двигаться в ту же сторону, то как бы он не будет двигаться, ну, на другой блок, да, но он будет двигаться все равно в сторону, как, ну, он будет двигаться влево или вправо. Его как бы стена будет сдвигать, если можно выразиться так. По факту они как были идиотами, эти слаймы, так и остались. Да, блин. Но если не будет работать, то мы увидим. Надеюсь, что она будет работать. Каждые несколько прыжков меняют направление в рандомном направлении. Ну, не знаю. Не знаю. Выхода у него все равно нет. Рано или поздно он в угол придет. Возводит в степени, корень извлекает. А, ну пусть так. Я правда не помню школьную программу, честно. Да и математика мне никогда не нравилась и никогда не получалась. Не умею я складывать буквы, хоть убей. Да и мне же не нужно миллион слизи, правильно? Мне нужно просто некоторое количество слизи, которого будет хватать для того, чтобы построить нужную мне ферму. Учитывая, что я могу просто остаться авк и ничего не делать, оно само будет работать. Вполне. Работать не будет, поставим какую-нибудь смывающую штуку. Переделаем. Там, в принципе, переделать ее, это стенкой снести и немножко пола добавить. Ну и лаву убрать, конечно. По большому счету. Ну и редстоун тоже добавить. То есть там просто делается диагональный ромб, если можно... Если это можно так назвать. И просто все смывается без каких-либо проблем. Высота там ровно та же, насколько я помню. Но если не та же, то опять же, это снег. Он достаточно быстро сносится. Ну и что-то я могу даже за кадром делать, так что это не будет так уж болезненно. Вот хотелось бы, чтобы рано, чем поздно, хотя тогда уже новый раньше соспавнится. Плюс слаймы за раз такие не спавнятся на светокамнях. А в угол должны допрыгивать. Ну, опять же, смотря что тебе нужно. Мне хватит и такой производительности. То есть даже если она будет низкая, меня это устраивает. Если тебе нужна большая производительность, то ищи у себя скопление там, в 3-4 чанка. Ищи, там, чтобы оно было в нужном, ну, в нужной форме. И после этого упарывайся, там, строй огромную ферму. Чтобы их оттуда смывало. Ну, то есть, ни одна ферма не будет работать нормально, если она работает на рандоме, да. То есть, если для того, чтобы она работала, моб сам должен найти ловушку и наступить в нее и умереть в ней. Вот, поэтому даже такая, если ферма, даже если она работает без сбоев, она все равно не самая продуктивная. Я играю не на сервере, я играю в сингле.
Это одиночная игра. Да, сейчас еще лопату убьем немножко и все. Северянин, не ругайся на людей, иначе я буду ругаться на тебя. И мы будем ругаться, и все будет плохо. Так, отлично. Вообще, я жалею, что начал играть не на серве. Немножко. Но там по-любому было бы не так интересно. Вообще, есть официальный сервак Skyblock. Skyblock.net. И там можно поиграть. Ну, собственно, с людьми. Но там есть куча правил, куча запрещенных предметов. Не просто для обладания. Ну, здесь есть предметы, которыми запрещено обладать, есть предметы, которые запрещено передавать. То есть у вас они могут быть, но вы не можете их отдавать никому. И, как правило, это редкие ресурсы. И вообще там, по-моему, все довольно-таки топорно. Куда-то снег пропал. Так, ну я думаю, что вот этого мне хватит. Пожалуй, я не буду брать с собой все сразу. А то пролюблю в пустоту и придется опять этим заниматься. Так, 3, 4. Так, 2, 2. Это берем, вот это берем. Блин, эти птицы у меня под окнами когда-нибудь заткнутся или нет? Почему они сегодня так активизировались? Неужели на хорошую погоду? Не смотрел Ганнибала? Нет, не смотрел. Не знаю, один сервер там запрещенным блоком служит рамка портала. Портала края земли. Рамка портала края. Ну, блин, конечно, она запрещена. Ты же не можешь ее получить просто так. Это либо читы, либо где-то донат, либо что-то типа того. Что вполне адекватно, я думаю. Ну, если это донат, то это другой вопрос. Но вот земля, это уже странно. Прямо скажем, это очень странно. Я бы на таком сервере играть не стал. Что это за сервак такой, на котором земля запрещена? Ну, может, это и хороший сервак, я не знаю тонкостей, но... Если ты меня не... Это самое, то... Ну, если ты меня не врешь, если ты меня не обманываешь, то это... Это действительно странный сервер. Я бы действительно не хотел бы там оказаться. Shut up, тупая птица! Так, возьмем 3. Наверное, поспим до кучи. Привет, Флюс. Я забыл таблички. Взял ведра, но забыл таблички. Передача этого блока запрещена, а доната там нет. Ну... Все равно странно, согласись. Все равно это не то, что ты понимаешь под запрещенным блоком. Так, блин. О, еще слизька. Даже непонятно откуда, если честно.
Так, стоп, а я там поставил или не поставил? Поставил. А, вот здесь не поставил. Так, вот здесь проделаем отверстие. Да, вот это надо будет потом убирать, кстати говоря. Да ладно. Кто-то уже упал или меня глючат? Не, никто не мог упасть. А, нет, стоп. Могли. Я же сделал, отошел, пока там стоял, копал. Вот, все работает. Ну, не то чтобы пока что супер работает, но работает. На некоторый процент. Так, надо дырки проделать. Флостер, привет. Привет всем, ребят. Так, раз. И два. Как-то я мало взял. Надо еще 4 ведра. Блин. Когда-нибудь я прыгну вниз. Когда-нибудь я довыделываюсь. Кстати, мне надо больше ведер. Я только что осознал. Спустя много времени, как мне говорили, там же по два ведра лавы на каждую эту сторону, значит, не 20, а 40. Но у меня есть, ладно. Так что пофигу. У меня есть. Так, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По-моему, у меня птица на балконе. Сорян, все нормально. Орет так, как будто на балконе. Почему снег не тает? Ну, потому что он так теперь работает. Так. Оп. Так, здесь то же самое делаем. Надо будет потом здесь еще все подсветить. Чтоб мне хлебало не обглодали. Как будто несимметрично. Блин, не в ту сторону. Другое дело. Должна получиться такая штука с уголком. Да. Штука с уголком доставлена.
Так, это мы закрываем, это мы убираем. Это мы убираем. Хотя здесь, наверное, все лавой осветится. Чанков тут вокруг. Если моя память изменяет нема. Да, ну один чанк вокруг, здесь точно никого нет. Никаких слаймов. Так что все хорошо. Ой-ой-ой. Так, погнали сюда. Так. Так, вот так. Отлично. Так, еще два ведра. Так, а стенка внешняя вот тут. Я аж потерялся, думаю, блин, что не так. Да, стенка внешняя вот она. Если стенку не поставить, то чудо не произойдет. А так как нам нужно чудо, то и стенку ставить тоже будем. Так, тут какое-то средневековье в чате началось. Черт. Черт, Mountain Blade. Слишком много в моем мире Mountain Blade. Так, ну здесь можно, этот этаж можно запечатывать. Или нет? Нет. Пока что нельзя. Вот здесь будет стена, и это надо будет убирать. Так, хорошо. Nope. Так. А, в принципе, это уже быстро. Паладина. What's a паладин? Мне нужно это делать это каждый раз, когда я слышу о паладинах что-то. Главная наша задача в дальнейшем не свалиться нахрен в лаву, которая ниже. Так, сейчас спустимся на этаж, расставим там таблички, это по 2, 8 штук. Это просто мы в Mountain Blade затраты любим его, есть много фишек на обсуждение. Да, просто резко поменялась тема, резко начали обсуждать такое что-то, что как бы круто, но что-то, чего я пока что не разумею. Не, у меня есть какой-то Mountain Blade, надо попробовать. Кстати, есть игра, в которой как гномен, я до сих пор ее не попробовал, тоже позор. Я купил ее. Я купил эту игру и до сих пор не попробовал. Привет,
Господи. Тукзарх. Так, раз, два. У тебя ошибочка с дыркой в стене возникла. Какая ошибка? Нет никакой ошибки. Ты врешь. Сейчас низ проверим еще раз. На всякий пожарный. Да, все в порядке. Там прыгай, блин, уже. Так, раз и два. Как обычно, первый ряд долго, а потом уже понимаешь, что вот здесь лучше вот так, тут лучше так. А, Луркер, привет, нормально все? Как видишь, ферму помаленьку строю. В принципе, сегодня было бы неплохо ее закончить, но как пойдет. Если сейчас кубракнусь с ресами вниз, то плохо пойдет. Очевидно. А если не кубракнусь, то все хорошо. Так. Ну-ка глянем. Да, работает. Все отлично. Так, у нас еще осталось сколько этажей? Так, вот этот раз, вот этот два, вот этот три. Три этажа осталось. Ага, ладно, пойдемте в другую сторону. Сейчас сделаю. Я лучше сейчас сделаю стены, потом их изнутри пробью. Так, по-моему, будет быстрее. Все равно таблички идти вешать. Лакер, а не луркер. Ну, я знаю, что такое лурк, поэтому... Да, поэтому ты луркер. В любом случае, мне тяжело произносить твой ник. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, пытаюсь запомнить. Дай бог хватит ресов. Прописать команду, которая всегда держит shift зажатым, и скайблок уже вообще не страшен. Переход с блока на полублок, и твоя задница летит вниз. А лицо матерится при этом. Ой, блин, что я сделал-то? Е-мое. Так, здесь и здесь.
Так, раз, два, три, четыре, пять и шесть. Я чувствую, у меня будут последние эпизоды называться... Вообще, многие эпизоды будут называться «Строительство такой-то фермы. Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4». Так, ну если здесь пробурено, то везде пробурено, да? Да. Так, отлично. Ауч. Да, я пожадничаю, заберу снег, я знаю. Я жадный. Что я строю? Ферму слизней строю. Так, не та лестница. Что-то напоминает мне про отличных боссов из DS2, а я из-за этого вспоминаю таких себе боссов из DS3. Хорошо, что доспехи драконоборца меня спасают. Что в дальнейшем, в будущем хочешь построить? Если все пойдет так, как я планирую, то ферма визроскелетов и блейзов. Тут надо упороться очень сильно, но если все пойдет хорошо, то, собственно, все будет хорошо. Так, мне нужно еще... Еще больше дресов. Где-то там надюпанная лава лежит. Да, лаву я дюпаю, но пока что только лаву. Лава, песок, земля — то, что меня интересует. Жаль, что не могу другим способом дюпать, он поинтереснее и побыстрее. Там раз в 500 побыстрее, наверное. То есть есть способ, под которым я пользуюсь, а есть способ с эндерпорталом и лейзичанками. И вот там, конечно, хо-хо-хо-хо. Там 40 тысяч песка, по-моему, в час. Или что-то такое. Да какой-то просто нереальный. Причем он постоянно идет. То есть это не как здесь. Пришел, опустошил. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да, я думаю, хватит. Вот там реально дохрена идет песка. Но там, правда, только песок. Здесь все что угодно. По большому-то счету. Доспехи драконоборца — шикарный босс. Сложный, резкий, но шикарный. Я бился с ним примерно час и умер раз 30 в соло. Это было так круто, я бы еще побился. Ну, НГ плюс ждет тебя. Таблички забыл. Да, я и эти самые забыл. Блоки. Ну, работает ли она, мы узнаем уже в другой раз, потому что пока я тут бегаю, слаймы спавнятся. Ну, едва ли, едва ли. Они спавнятся, но пока я конкретно здесь нахожусь, нет. Ну, видали. Ну, правда, сейчас здесь я нахожусь. Да, поэтому они даже сюда прыгают. Вот, видите, он прыгнул, залип. Ну, если бы меня тут не было, они бы все пошли вот сюда. Воу, это опасно. Вообще, по идее, можно здесь и одним ведром лавы обойтись. Надо вообще попробовать будет так сделать, а то я все говорю, что можно, но я так и не доказал, что это можно. С
Стрим по карте выживания в бутылке. Ну, пока не знаю, еще по картам планирую пробегать. Но по картам надо будет кого-нибудь найти в напарнике, желательно. Все, слаймы не умирают от удара кулаком, какого черта? Да, кстати, фидбэк по Black Sea Odyssey я написал автору. Надеюсь, что что-нибудь ответит. Это так, к слову. А, Егор Купирок, привет. Так. Так. Еще один слой. И, собственно, последний остался здесь. Это... Только здесь надо будет еще тоже стены построить. Что-то сделать с освещением там, потому что там будут стенки такие. Ну, там полублоками, наверное, поставим. Так. Грет, иди сюда. Это собака. Что-то она у меня сегодня в кладовке спит. Напугали, блин, меня ребенка. Да, вообще хочу поиграть в карту на прохождение, типа летательные карты какой-нибудь на элитре. Еще что-нибудь такого. Супер хостайлы я не тяну, поэтому на них я даже замахиваться не стану. Ну или что-то вроде этого. Да и я не очень люблю такое. С новой боевкой Майнкрафта какие-то выживательные карты идти такого толка. По-моему, это чистой воды садомазохизм. Ведра я выкидываю, потому что они надюпанные. Я там несколько штук кинул в доме, но я не буду хранить. Да нахрена они мне нужны, господи? Какой от них толк? Они даже... О, газонокосильщиков выгнали. Я думаю, чего не хватает, блин? Солнечный день, тишина, птички поют. Точно, не хватает таджика с газонокосилкой. Ёперный театр. Я и забыл, что эти люди существуют. Только все хорошо было. Приехали. О, тишина. Че там стричь-то, господи, травы нет. Только у вас времени? 17:27. Вот и я думаю, поздновато. Обычно они с утра выползают. Я не знаю, что с этим чуваком не так. Ну, то есть, они реально обычно там... 8 утра можно их услышать. За что я, конечно, их ненавижу отдельно. Но это утро, как, поэтому... Там роса, все дела. Косится легче. Интересно, а от армии тоже косится легче, когда вокруг роса? Ха.
Он же вчера на работе бухал на 1 мая, вот проснулся. Не, у нас вообще у нас хороший ЖЭК. У нас все убирают. Ну, правда, в последнее время что-то болты стали пинать периодически. Ну, там, может, бюджета нет, я не знаю. Но в целом, слава богу, все. Чистенько относительно соседних районов каких-то. Ну, я бы сказал, что относительно чистенько, скорее. Все равно бывает. Трэш, угар, садомия и местные сумасшедшие. Так. А у кого сумасшедших на районе нет? Возможно, если вы не знаете ни одного сумасшедшего на районе, возможно, сумасшедший это вы. Да, я думал сегодня больше дел переделать в майне. Походу, я сегодня буду одной фермой заниматься. Просто я планировал еще подготовиться к ферме визроскелетов. Планировал. Ну, видимо, найн. .21.24, это значит, что через 30 минут подъедет любитель русского рэпа и миксов в стиле Bass Boosted by Батя. О, да. Этих мразей я больше всего не люблю. А их никто не любит, по-моему. По-моему, они даже сами себя ненавидят. Ладно бы хоть сидеть. Ладно, черт с ним, русский рэп. Бог с ним, я могу это пережить. Хоть бы система была приличная, то, блин, он купит какую-нибудь дречепотную штуку, короче, которая еле-еле, блин, вывозит то, что он на ней включает. Прям вот вообще вот. Просто вот еще чуть-чуть, она просто вот взорвется нахрен прям у него. Прям ему в лицо. Бы раз случилось это. Вот. И она бедная, пердит, надрывается. И эти стекла дребезжат, торпеда дребезжит, все дребезжит. И просто, блин. Просто, блин, господи боже, ну, мужик, тебе денег, что ли, дать на это? Непонятно. Ну, любишь ты хорошую громкую музыку, ну, там, ну, или хреновую, но громкую. Ну, блин, пусть она хотя бы будет качественно громкая. Так нет же ж, блин. Просто ни разу не было, чтобы кто-то включил хорошую музыку и громко. Чтобы она еще играла нормально. Почему-то вот у меня не возникает ощущения и желания кого-то включать музыку громко. Хотя я могу, да, у меня, ну, колонки домашние, да, непонятно, простые. 2.1 система, не помню, как называется. Топ девайс TDE 260 2.1. Я знаю, что если я включу чуть громче, они будут хрипеть. Может, не люто, да, то есть они бас выдают хороший. Сабвуфер такой, размером с Грету. Вот, но... Вот почему-то мне не хочется включать громко, потому что они будут пердеть. А у этих чуваков просто отбито напрочь желание качественно слушать любимую музыку. Уже черт с ними, с людьми. Для себя-то хоть, ну, для себя любимого-то можно включить качественно. В моем районе, наверное, собак живет больше, чем людей. Может, среди собак есть сумасшедшие. Ну, среди собак определенно есть сумасшедшие. Я в этом уверен. Так, мне нужно еще 2, 4, 6, 8 ведер, 8 табличек и немножко снега. И немножко полублоков. Никс, ты относительно приличный человек, вот тебе не хочется включать какую-либо музыку на всю улицу. Да хочется, на самом деле, но... Просто хоть бы она... Люди бы жаловались меньше, если бы музыка играла хорошо. Если бы она звучала хорошо. 4, надо 8. Еще 4. Так, погнали. Нет, рано. А еще и среди людей есть собаки. Чаще всего самки. За собак обидно. Лань. Обидно за собак. Люди хуже собак. Некоторые. Не все.
Слава богу. Если бы все люди были хуже собак, я бы, наверное, блин, в окно бы кинулся. Нет, есть люди, которые хуже животных. Намного, блин, хуже. Есть такие упыри. 4 задания подряд дали лорды. Нормально, все 4 задания отнести письмо. О, курьерские квесты, клево. Отличная игра, 10 из 10. Терпеть не могу курьерские квесты. И квесты «Пойди убей 10 штук, он в том лесу». Там 10 лисичек, 10 собачек, 10 драконов, 10 там мышей каких-нибудь, 10 бабочек, найди 5 травок. Просто иди в жопу, игра, сразу. Моментально просто пошла в жопу, игра. Я не собираюсь заниматься этим дерьмом. Но иногда приходится. Если музыка хорошая, то она понравится всем, никто не будет жаловаться. Те, кто жалуется, у тех нету вкуса. Да нет, просто люди иногда не любят. Ну, кому-то не нравится громкая музыка, а кому-то не нравится вот какой-то определенный жанр. Если ты посреди ночи включишь Фредди Меркьюри, да, это будет определенно хорошая музыка, но никто тебе спасибо не скажет, потому что это ночь, например. Да и днем, в принципе, я бы не особо обрадовался, если бы у меня целый день орала музыка. Хотя был такой чувак, соседский пацан, вот он музыку включал громко. Вот, а потом я ему стал включать свою. В итоге он-то спалил, и мы начали просто врубать, ну, у меня еще комп стоял возле окна, поэтому можно было колонки просто развернуть. Вот, стали врубать у кого чего громче. Вот, ну, в принципе, мы недолго этим занимались, как бы нам это быстро надоело, потому что что он, что я были относительно адекватными людьми, относительно адекватными детьми. То есть даже в том возрасте мы все равно понимали, что, ну, там, после определенного времени шуметь, ну, просто не нужно. Ну, не скоты же ж мы, чтобы заниматься этим. Так, Лартер, я сейчас тебя размучу по-быстрому. Да, блин. Unban Lartier. Так, это 3 блока. Странная позиция какая-то у парня. Если музыка нравится кому-то, то хорошо. Если жалуются, сразу у них нет вкуса. Ну вот, да. О том, собственно, я и говорю, что как-то вот. Ну, то есть, может, у людей нет вкуса к хорошей музыке, но это не значит, что они жалуются именно по этой причине. Люди могут жаловаться, потому что, я не знаю, там... Человек с работы пришел, у него башка трещит, а тут ты со своей музыкой. Хорошей, любимой его музыкой. Но у него башка трещит после работы. Он хочет просто посидеть в тишине. Да и когда рэп включают, в принципе, жалуются, то, ну, как, кому-то не, ну, людям не нравится рэп, да, но жалуются они потому, что это басы посреди ночи, а не потому, что это рэп. Человек, может быть, и забил бы на это все, но ночь, спать, работа, завтра и все такое. Ну, вот так это выглядит в разрезе, если хотите. Так, ставим. Папа под окнами ходит. По одной, женщина, по одной. Не все сразу. Куда столько лавы? Дюб. Ну, автор не обновляет карту. Приходится как-то придумывать что-то, вертеться. Ну, я не дюпаю предметы, которые я могу добыть на фермах. То
То есть у меня есть ферма железа, у меня есть ферма редстоуна, дюпать их смысла просто нет. Никакого, абсолютно. А лавы, земли, песка у меня нет, добыть мне их нет. Ну, то есть они у меня есть, но мало. Добыть мне их неоткуда, поэтому я их дюпаю с чистой совестью. Но сказать, что они тут сверхполезны тоже. Знаешь, кажется, что о, у меня на скайблоке будет куча земли, я буду богом. Ну да, немножко удобнее, да, там времени меньше тратишь, а в целом... А в целом все достаточно бесполезно. Разве что можно сказать, эй, смотри, короче, у меня куча земли. И все. Да, если нужна дюк-машинка, то у меня на канале есть туториал. Обе машинки там описаны. Я считаю, что достаточно неплохо. Так. Опа. Так, ну и по идее должно вот этого хватить. Так, ну конкретно здесь я хочу сделать вот так. Просто на все... Сейчас-то день, поэтому не видно, но вообще здесь... Не здесь конкретно, но вообще тут будут темные места. Почему надо ржать под моими окнами? Я когда буду в возрасте, короче, когда мне будет лет 80, я просто куплю берданку и буду стрелять по людям. Я буду тем самым злым дедом, которого боятся все. Надо заказать дом и попросить, чтобы его прокляли. Буду там жить и грызть стены. Да, все хорошо, все работает. Ну, должно работать, во всяком случае, теперь. Так. Дюпнутые ведра, уходить. О, видите сколько? Кажется, я там забыл дырки сделать в полу. На самом верхнем этаже. Ну ладно, сейчас как-нибудь спустимся. Да блин, господи, мне не хватило снега. У меня есть один знакомый, ёба-воба, заклинатель, вообще некрофей, некромант. Окей. Когда я буду старый-старый, старенький старичок, я буду иметь весь этот мир за пятачок. Когда нам всем будет много лет, мы просто соберемся всем стримом в каком-нибудь доме большом. Будем сидеть, ну, то есть будет круговая оборона, да, все будут высовываться из окон, короче, на 360 градусов, это будет круглый дом.
Вот, и мы будем, будем просто молодежь унижать. Типа, шлюх пошла, это ты наркоман, а вот в наше-то время, ой ты, ой. И мы с Северянином из берданки по людям. Бабах, бабах, бабах. Класс. Дуплетом. Безумный ник старости ярости. Да. Старость не ярость. Это сиквел. Еще можно будет одного человека подрядить, сделать нам боевых улиток, но вряд ли. Вряд ли наши цели когда-нибудь будут поражены. Разве что нашей неудачей. Привет, Иван Калипов. Родитель поток лавы попадает на Редстоун. Вместо Редстоуна появляется источник лавы. По-моему, это давно уже фиксит, нет? Нет, подождите, не лава, не лава, обсидиан появлялся. Ну, наглядно. Так, ну, стак слизи. Так. Уходим от этого пати. И готово. Ну, осталось по мелочи. Хотя, может, не так уж по мелочи, но, в принципе, это уже вопрос больше декоративный. Так. Ну, еще слизька. Это учитывается, что они здесь падают... Те, что уже наспавнились. То есть, если я отойду дальше, их спавну ничего мешать не будет. Так, мне нужно еще слизи. И мне нужно сделать сюда спуск. Определенно, какой-нибудь спуск мне сюда нужен. Понял. Красиво сделать не получится. Ладно. Спуск нужен где-то по центру. Где-то вот тут, наверное. Я думаю, что это будет вертикальная лестница. То, что я не буду париться с этим. Совершенно никак. А что насчет нижнего этажа и системы сбора слизи? Ну, вот сейчас хопперы припаяем туда. И немножко еще снега добудем. Сколько там, кстати, времени идет? О, уже больше часа. Больше часа. Ладно, я не буду сейчас обрезать здесь видео. Я, наверное, пущу это все одним куском, потому что здесь осталось поставить хопперы. В принципе, добыть еще немножко снега, что займет это минут 20, может 30, и не стоит отрезать на один эпизод.
Но эпизод будет на 1,5 часа, так что кто-то будет это смотреть. Очень, очень много контента в этот раз получилось. Да, на нижнем этаже, кстати, неплохо было бы все из полублоков сделать. По-хорошему. Просто чтобы там слаймы не спавнились, они будут убивать немножко спаунрейт. А на чем у нас мобы не спавнятся? По-моему, на нажимных плитах. Если я не ошибаюсь. Если снег внизу поставить в виде этих, в виде как они называются, ну тонкие эти штуки из снега. Да блин, нет. Из картошки ничего не крафтится, мы не в Беларуси игра. Оп, мимо. Так, лопатки мы, пожалуй. Так, уберем. Так, 3-4. Бегом обратно. Бегом. А, сейчас еще сделаем немножко хопперов. Штуки так 4. Так, 1, 2, 3, 4. Уже много слизи скопилось, я думаю, что настало время крафтить из нее блоки. В принципе, особо упарываться по слизи я не хочу. Мне не надо ее миллиард. Все равно делать с ней нечего. Так, вот это мне пойдет на 4 сундука. А, нет, мне больше надо. 8 надо сундуков. 1, 2, 3, 4. 8 сундуков, потому что мне надо будет 4 сундука на хоппера и 4 сундука просто так поставить. Ну, то есть, куда оно все будет собираться непосредственно. Блин, снег и железо слишком похожи, по-моему, по цвету. Все эти ганджи упарываются. Не, кстати, ганджин получил много популярности на старте, но после все как-то подулеглось. И пирамиды театра, посмотрите, сколько слаймов. Можно сделать и вот так. Не упарываться разве что. Полностью закрывать. А так, слегка. Кстати, я даже знаю, как мы сделаем. Блин. Было бы красиво, конечно. Эй, ну-ка не ломай мне стройку.
Так, здесь по три блока. Так, мы, конечно, все соединим. Потом что-нибудь поставим здесь. Такой. Достаточно, знаете как, бедно, но чисто. А тут мы зафигачим мои любимые полублоки. Но сперва вот эту штуку. Упс. Черт. Как-то он полетел туда нехорошо. Не находите? Так. Опа. Так, здесь поставим сундук. И здесь потом сундук. Еще надо за сундуками сбегать. Даже вот так сделаю. Во. Так будет и видно. Симпатично. И никуда мобы не денутся. И сундук можно будет открыть, когда я до него дотянусь. И лут, по идее, никуда не разлетится. Полублоки — замечательная штука. Так, вот сюда будем направлять. Упадет с лестницы. Не, я не хочу падать с лестницы. Зачем ты желаешь мне плохого, Куки Пай? Ну или, возможно, ты меня просто хорошо знаешь. Я когда-нибудь упаду, определенно. Во. Точно. Все вход. Все полублоки вход. Вообще полублоки я просто обожаю. Можно было и стенки такими же сделать. Но, если честно, в очень большом количестве это не очень красиво смотрится. Во! Вот так. Отсюда теперь не свалиться, и вот здесь можно сделать проход. Удачи, Ланс. Спокойной ночи. Приходи на стрим обязательно. Все, что ты пропустишь, можешь посмотреть на Ютубе потом. Ну, со временем, правда, но сможешь. Вон, видите, слайм прыгает, допрыгивает. Теперь он разваливается. Рано или поздно они придут в угол. Рано или поздно. Вот он попрыгал. Один. Оп. Нет. Нет, куда пошел? Вот этот урод маленький. Ну, я не говорил, что она суперэффективная. Ну, вот ты, вот давай, давай. Нет, куда пошел? Скотина. Ну, ладно, когда их много. Ты все еще стримишь? 4 часа только прошло с начала стрима. Но это почти. Вот этот почти упал. Ну ладно. Можно, в принципе, поставить по железному голему. Где-нибудь. Да, можно долго за ними наблюдать. Эти ребята не очень спешат. Такс. Че я поперся сюда? Кто-нибудь помнит? Сундуки. Сундуки. Больше сундуков, богу сундуков.
И мне надо бы построить какую-нибудь лесенку до низа, безопасную. Так они классно прыгали в угол, подумал, я не дурак, извернулся, попрыгал в другом направлении. Но остальные-то падают. Возможно, мне надо стоять внизу. Тогда все будет работать. Ну вот, либо они доспавнились, либо таки допрыгали. И другое меня пока что устраивает. О-хо-хо-хо-хо-хо. Близко. Не надо падать. 6. 6. 10. 12. Да, возможно, мне стоит стоять здесь, тогда она будет работать, либо еще ниже спуститься. Ну, либо вот там где-нибудь. Чуть в стороне, так чтобы они спавнились и прыгали. Все нормально, все работает. Да, я думаю, мы потом снесем вот эту вот лесенку, точнее, вот эту вот штуку, и вон ту ферму снесем маленькую. Где жителей добывал. Козадой, а потом такие, да, падай, мразь, в пустоту. Это все обман. Чтобы набрать лойса. Блин, а какого черта там горит табличка? Она же не должна гореть. Там горит табличка, она же не должна гореть. Хотя она не мешает. Не подходи ко мне. Я обделался. Пошел вон отсюда, урод. Блин. Просто поворачиваюсь. Surprise, motherfucker. Слава богу, блин, что он это. Не пролез туда. Слайм, ты жирный, как твоя матушка. Пока что вот так. Да, отлично. Моды на майн русифицируют сами игроки. Майны, которые связываются с разрабами, договариваются о русификации. Ну да, так и есть. Да и не только в майне, между прочим, ребят. Везде, наверное, так. А как еще? Ну, то есть... Нет, ну иногда люди просто берут и выкладывают русификатор, не спрашивая никого и ничего. Но если мод русифицирован везде, ну, то есть, если ты можешь просто скачать мод из любого места, там, в том числе с официального сайта с русификацией, то, скорее всего, так оно и было.
Ой-ой-ой. Так. Убираем это, убираем это. Так, что мне еще нужно? Еще не туда. Еще мне нужны лестницы. Лестницы-чудесницы. Больше фанатов мод найдется, и тот, кто решится его перевести. Да. У человека есть стимул, комьюнити. Ну, то есть, всегда приятно получить оценку за свою работу. Всегда. Хотя я уверен, есть люди, которые переводят абсолютно непопулярные вещи. По-моему, им вот отдельный респект. Потому что, когда на что-то такое нарываешься в итоге, потому что тебе нужно по какой-то причине, то ты так благодарен тому чуваку, который вообще непонятно по какой причине, но так и решился сделать перевод. Там, или раздачу выложить, или типа того что-нибудь. Так, здесь нам определенно все нужно укладывать какими-нибудь блоками, на которых не спавнятся слаймы. Эй, клево. Стройный слайм. А возможно, стройный слайм это крипер. Кстати говоря, может это слайм, которого оскорбили, он такой расплакался, короче, убежал. Пошел и похудел всем назло. 22, 20, 29. Ну, понемножку, потихоньку, помаленьку, он работает. Раз, два, три, раз, два, три, оп. Да, на самой верхней платформе, кстати, спавнятся самые жирные слаймы. Так, надо делать барьер. Надо делать бордюр некий. Эй, уроды, давайте сюда. Ваша мама желе. Эй, упал. Лошара. Лошара Микантара. Давай, эй. Фарм Слизи на Дионикс Channel. Так, блин, вот эти ребята мне не нравятся, они там тусуются, они пытаются меня съесть. Да, вот это можно разбирать. Ну, я думаю, пока оставим, мало ли мне понадобится жителя достать. Никогда не знаешь, как игра тебя опрокинет. Что, ребят, поздравляю вас и себя с завершением строительства фермы слаймов. Она полностью готова, функционирует. И даже вот отсюда она функционирует прекрасно. Только надо с нижним слоем еще что-то сделать. Так, сколько у нас по времени получается? 1,5 часа.
Полтора часа. Сейчас еще чем-нибудь накроем днище, и да, можно будет закончить на сегодня с майном. Если честно, я сегодня закончил бы вообще. Я думал, что успею побольше. Но, увы. Успел то, что успел. Так, это мы убираем. Так, я поставлю, наверное, все-таки нажимные плиты. А на чем у нас еще не спавнится? На рельсах, по-моему. Блин! Идиот. Хрена мне 8 верстаков. Просто они действительно спаунрейт забивают сильно. Держи мой маленький баг с лестницами через блок. Эх, нет того бага больше. Но и лестниц крафтится больше. Так что смысла меньше. Больше лестниц, меньше смысла. Ау! Хлебало пропало. Просто... Я так и знал. Это должно было произойти, потому что прыгать без брони вниз. Такое занятие. А. Кажись, кое-что упало. В принципе, мне как было плевать, так и сейчас плевать на все это. Кто упоролся? Я упоролся. На верхней можно големов по углам расставить, тогда с верхней платформы они сразу будут на углы прыгать. Вот ниже я не представляю, как их туда поставить, чтобы их слаймы видели. Да плевать. Честно, пофиг. Рано или поздно они упадут. Рано или поздно. Если что, всегда можно поставить голема в центре и пускай он гасит всех. Как в той пословице. Уходя, гасите всех. Так, мне понадобится еще больше дерева. Правильно, давайте все равно туда все дерево. Потому что почему бы и нет? Наконец-то дождался момент, когда ты с лестницы упадешь. Все, можешь идти спать. Укипай. Можешь идти отдыхать. Инкол, Айзек, Мэтт, привет. Ох ты, нихрена себе тут слаймов. Эй! Эй! Слава удару! Слава удару!
О, теперь это будет ужасное место. Потому что ходить здесь нормально невозможно. Но нехрен тут шариться. Правильно? Правильно. Блин, я еду не взял. Ну ладно. Так, и еще немножко. Я не знаю, как вам это слышно, а мне, блин, очень слышно. Я сведу с ума чат. Ну, давайте соберем слизь, которая тут есть, и посмотрим, сколько ее получилось. Так или иначе. И с этого момента все, что нападало, будет считаться в счетчик набитой слизи, которая будет мне падать, когда я буду тут стоять авк. Два стака. Четыре стака, господи. Четыре стака слизи. В общем, это получилась весьма необычная ферма. Внешне и внутренне. Нет, внутренне нормальная. Внешне все равно долбанутая какая-то. А, еду жалко. Броня, хрен с ней. А, еду жалко. А что, на полублоках уже могут спавниться слизни? Нет. Никто не может спавниться на полублоках. Так, все. Почти стак блоков есть. Почти стак, это громко, конечно, сказано. Так, убираем ненужное сюда. Убираем вот это. Когда у меня будет больше плит, я украшу все. Сейчас не хочу камень тратить. Так, блин, вот что действительно рип, так это дерево. Дерево полностью рип. Но что поделать. Надо автоматическую ферму ставить. Ну, насколько это возможно в скайблоке. Хотя бы, чтобы она... А, ну, короче, блин, да что такое? Для того, чтобы нам поставить ферму, нам нужно решить проблему с костями. Для того, чтобы нам решить проблему с костями, нам надо решить... ну, то есть нам надо скрафтить кучу... Как они называются, это ее красота. Хопперов. И поставить их там. На что пока что нет железа. Ну так, свободного железа. Может сразу туда слайм блоки и поставить, чтобы не падать так. Да не. Как-нибудь так.
Так, я хочу снести вот эту штуку, ту штуку. По-хорошему бы и дорогу перенести. А то у нас здесь никак. Шесть штук. Ты что, это надо усилия прилагать, я ленивый. Огромная серия на YouTube, блин. С дюб машиной мы разобрались. С фермой слаймов мы разобрались. Следующий этап, ну, уже не на сегодня, разобраться, как же мне сделать так, чтобы мобы мягко приземлялись в моей ферме. И, ну, то есть, с тем, что есть у меня сейчас здесь. И, в общем-то, да, можно строить ферму визоров и блейзов. Это будет... А, и какой-нибудь монумент победы надо сделать. Вот это я пока что не знаю даже, как оно должно выглядеть. Я просто знаю, что я хочу определенную штуку. А вот что она из себя будет представлять, пес ее знает. Так, и вон ту хреновину тоже уберем, она не нужна абсолютно. Халк, иди-ка ты минут на 10 в мут. Сдается мне кто-то тролль, причем очень неказистый тролль. Верму слизни, да, покажу. Сейчас только всю эту ерунду уберу. Так, да, давайте, наверное, сейчас... давайте сейчас сделаю здесь паузу. Если смотрите это на YouTube, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. А я пойду сейчас за кадром сносить всю эту лишнюю байду.